В Шымкенте хаотично раздавали земли инвесторам на индустриальных зонах. В итоге предприниматели не могут вести бизнес из-за нерешенных коммунальных проблем. Бизнесмены рассказали нашей съемочной группе о том, с какими бюрократическими проволочками они столкнулись. Мой коллега Шудин Саидов разбирался в проблемах третьего мегаполиса. В прошлом году бизнесмену Канату Досымову выделили участок в индустриальной зоне Жулдыз. Но поставить работу на поток мешают перебои с электричеством, говорит он. На производстве готовят продукцию из пластика. Технологический процесс требует четкого управления. Нам дали временную электроэнергию для строительных работ, но его очень мало. Даже вот с электросварочной работой невозможно производить. Мы просто отстаем от графика, который мы запланировали. Только из-за того, что вот электроэнергия идет перебой. Это касается не только нас, касается всех инвесторов, которые там сейчас находятся. На все нужно время, отметили в Акимате. Новый заместитель Акима признался, земли в индустриальных зонах раздавали хаотично. Поэтому сейчас и возникли такие проблемы. И это в городе, который в прошлом году был признан лучшим для инвестиций. В этой динамике погони за цифрами и образовались большие проблемы. Потребности, которые своевременно не восполнялись. То есть производством давали, вот инвестора приходили, говорили, вот земля бери, да, хаотично, не было системы. Надо было сказать, вы сейчас берите, но инфраструктура будет условно через год, ну, за этот год надо сделать. Его не делали. Поэтому вот таким комом накапливалось, и сегодня мы имеем то, что мы имеем. Инвесторов заверили, проблемы поэтапно будут решать. А ведь потенциал у Шымкента большой. В мегаполисе уже работает 5 индустриальных зон. Дополнительно строятся еще 2 промышленные. При этом реализуется местная программа по поддержке предпринимателей «Деловой город». На ее реализацию в этом году было выделено почти 1,5 миллиарда тенге. У нас один вопрос. Очень опаздываю. Пожалуйста, нет, обязательно время уделю. Давайте отдельно. Отдельно встретимся. Почему? Ну, вы же... ваш аппарат не дает. Нет, просто я сейчас, у меня встреча в 12. Сам Аким отвечать на вопросы журналистов не стал, сославшись на занятость. Предприниматели готовы ждать ответа, но сколько это займет времени, никто так и не пояснил. Шадин Саидов, Константин Исупов, Абзал Турабеков, Жибек Жолы, Шымкент.